Эй, ты красавица, ой, иди сюда, ай, ты красавец какой, да, хороший, ой, застенчивый, застенчивый пес, ой, какой, глазками так стреляет. Иди ко мне, иди. В моем поселке Излучинск на окраине появился щенок со сломанной лапой, он на нее не опирается, вот, и бегал вдоль дороги, не знал, куда ему приткнуться, и решил я им заняться. Вот жалко все-таки щенок и такой-то, один-одинешенек, ни мамы, ни братиков, ни сестер. Сейчас его ловил, еле-еле поймал, потому что он, ну, агрессию проявляет, боится. Пытается укусить, скулил, лаял. Я его за хвост еле-еле поймал, потом накинул сверху свитер на голову. И тогда он успокоился, просто вообще как обрубило. То есть он понял, что его не будут обижать, его не будут мучить и так далее. И он успокоился и отдался полностью в мои руки. Вот он, малыш. Не бойся. А вы что, будете выкладывать ее? Будем выкладывать. Угу. Бедная собачка. Ушли. Все в клинике нас ожидают. Игорь Васильевич, хирург. Сейчас будем смотреть лапку малышу. Видимо, сбила его машина. Он жил у дороги. Ну. Вот надо успевать и снимать, и вам все показывать. И им заниматься еще. О, устал. Держать его, дверь не открывают. Сегодня выходной вообще. Кобель или сучка? А, чуть не смотрел даже. Я его еле ты поймал. Кобель, пацан. Еле поймал, он же огрызался, все дела, как обычно. Я его за хвост схватил. У него же он сопли бегут. Слюни бегут что-то. Слюни. Причем. Стресс. И плюс еще, возможно, глисты 100% да. Есть. Тут перелом. Да. Угу. Да. Вы знаете, как вот сейчас, в принципе-то тут перелом есть. Но, по-моему, он без смещения. То есть может срастись, да? Надо лангеточку, да, что ли? Да, да, да. Сейчас лангеточку сделаем. Ну, желательно лангеточку не сделаем, но надо будет рентген все равно сделать. Ага, ну да, конечно. Вот. Сейчас, если будет по зеленой ветке перелом, то есть с небольшим, есть небольшое смещение, но рентген покажет лучше. Угу. Есть небольшое смещение у нас. Вот еще один у меня подопечный. Пока никак не назвал, в комментариях пишите. Кто как предложит нам его назвать, выберем лучшую кличку. Так и назовем. Кобелек. Вот, у него слюнка бежит, там пенка такая. Это от стресса и, скорее всего, вот тоже от глистов. Как говорит Игорь Васильевич. Да. Успокоился. То, что был, когда я его ловил, и то, какой он сейчас. Небо и земля. Я его за хвост поймал, и он пытался меня укусить, и огрызался. Я его за хвост тянул, как змею, чтобы, знаете, как бы он не развернулся и не дотянулся. Потом парень, который мне написал с Излучинска, он знает, чем я занимаюсь, написал мне про этого щенка. Я его до этого видел, но не мог найти. Вот. А он его нашел, и так получилось, что он знал, чем я занимаюсь, и написал мне. Я приехал, и он помог мне его поймать. Мы его окружили,
покрывальцем. Я его за хвост поймал и сверху покрывалом накрыли. Как гипс делается-то? Это я не знаю, это же... Сами. Не кусайся. Я знаю, больно тебе знать. Лежать. Ну-ка лежать. Все. Ух ты. Растит, конечно, чуть-чуть. Я, в общем, даже не лангету, а гипс сделаю целиком, полностью. Наверное, будет так лучше. Так, сейчас мне нужна будет помощь небольшая. Ага. Надо будет растягивать лапочку чуть-чуть. Вот здесь плечо держать, а я буду тянуть дистальный конец лапки. Ага, понял. Вот. Угу. Не бойтесь, прям берите, тяните. Ага. Вот так, ага. Ну, все, сейчас подсосу. Игорь Сергеевич, пару слов скажите. Ага. Игорь Сергеевич, скажите нам пару слов по поводу нашего пациента. Что вы сейчас сделали и что у него с лапой? И так далее. Ну, мы сейчас наложили гипс, ограничились пока наложением гипса, потому что визуально я посмотрел, отека большого нет. Пальпаторно так вот не ощущается, что там перелом серьезно со смещением. Надеюсь, что там перелом лучевой кости по зеленой ветке, а возможно сломана локтевая кость. Ну, смещения нет, поэтому мы сегодня гипс наложили, ограничились этим вариантом лечения. Вот. А вообще надо будет снимочек сделать и дальнейшее лечение определять уже после снимочка. Угу. Вот. Мы вот гипс наложили, потом лапку тянули, чтобы косточки прямо... Ну да, чтобы максимально встали. Они встали правильно. Понял. Ну и все, дистальный перелом обычный, без смещения. Все, побежал. Джек! Ну иди сюда, иди. Иди, моя собака. Ну иди сюда. Иди ко мне. Чего? Джека. Зайка. Иди скорее ко мне. Иди поглажу. Иди, моя собака. Все, успокоилась чуть-чуть. Ну что, у меня блесты 100% есть. Два раза три подъехали, так будет. Да, скорее всего. Кушать. Я что, взял вроде. Все, я убежал. Давайте выздоравливайте. Выздоравливайте. Спасибо. Снимочек как будет готов, тогда отправляйте нам. Хорошо. Вероника Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что у нас с нашим этим Джексоном-то? Расскажите нам, какие новости? Чувствует он себя прекрасно? Да. Ну, относительно его как бы состояния, да? Его да. И что по поводу имплантов-то? С Новосибирском вы связывались? Мы связались с Новосибирском. Доктор получил результаты КТ, предложил свой вариант имплантации. Ну, в принципе, в России они у нас, по-моему, единственные, кто этим занимается. Репродукцию такую прислали нам. Сказали, что... Это те, что вы выслали, да, мне фотографии? А, сейчас я вставлю вот да, на этом моменте. Да. Угу. И, к сожалению, или к счастью, есть 50% всего. Или, ну, 50 на 50, я думаю, что это тоже шанс. Угу. Вот, и мы теперь ждем, когда нам сделают сами импланты.
и будем ждать приглашения на операцию. Нет, Фракция. Они уже, мы должны будем сделать оплату по счету. Предоплату 100 тысяч, да, которые собрали, 100, да, уже? 110 будут стоить протезы. Как только они будут выполнены, напечатаны, мы отправляем туда Джексона. А ориентировочно сколько надо дособрать еще, ну, до полной потом оплаты? Ну, полностью нам сказали, что около 200 тысяч. То есть и операция, и стационар, и вот эти вот протезы. А клетка у меня есть, самая большая, которая по габаритам разрешена. То есть Джексон там поместится, учитывая, что у него задних лап нет, там как бы он нормально. Вот. Ну и я вызвался, ребят, в общем, повезти Джексона. Меня все звали Новосибирск, так вот, появился повод. Новосибирск, ждите. Такой грустный, правда, повод, да, то, что с Джексоном случилось, но тем не менее. С большими надеждами еще. Да, с большими надеждами. Нереальный, в общем, такой какой-то опыт, да, и такие, наверное, операции, я думаю, единичные, как бы, в России. Единичные, да, еще единичные. Да, да, да. В общем, на видео я все расскажу и покажу, весь процесс. Поездку, как в Новосибирске это все будет происходить. В 20-х, я сомневаюсь, что так быстро. Сейчас праздники. Это даже хорошо, в 20-х числах мая это хорошо. Я как раз вернусь в Нижневартовск и поедем с Джексоном в Новосиб. Я надеюсь, все получится, у меня и по времени, и там, и по финансам у нас получится, и по поводу транспортировки. То есть самолетом Аэрофлот летает, у меня переноска есть, все как бы нормально. И будет видео, такое руководство для тех, у кого, возможно, животные, аналогичные, да, аналогичные ситуации, да, и мы вот покажем, расскажем, где это делается, как это делается, сколько стоит, да, что, как транспортируется, как там в клинике собака себя будет вести. Ну, две что, недели сказали. Да, с чем, в общем, ну, сталкиваешься на этом пути, то есть к становлению такой собаки на лапы. Да, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Спасибо, ребята. Что, Игорь Васильевич, Джексон теперь боится вас? Так он убегает постоянно от меня. А, так я ему говорю, Джексон, говорю, я хороший, Игорь Васильевич плохой. Да, правда, так и есть. Боится. А когда гладите, все равно, да, даже если... Да, он не доверяет мне. Вообще, да, ни в какую? Не, не хочет. Вот так вот. Думает, опять куда-то унесу. Ладно. Он даже на улицу, вроде и нюхает воздух, когда я дверь открываю. Он боится, да. А его когда берешь, у него все, паника, он весь скрючивается. Все. И сам пытается еще по лестнице наверх подняться, но у него не получается, конечно. Угу. А вниз, как бы передние лапы, бывает, что спускает, а, ну, у него прям паника, что он выходит на улицу. Можно снять собачку. Глазки? Алло, Василий.